Конечно, мы не могли не откликнуться. По силам, вот я сразу там заявил, что в течение месяца мы окажем и приведем 10 помп. Стоимость помпы 100 тысяч рублей, на 1 000 000 рублей мы окажем помощи. Но нам, понимая, что мы берем как бы небольшой опыт, две дали безвозмездно. Нужно всего 200. 200 деток у нас больных страшной этой бедой. Я сейчас прямо на камеру говорю, что мы в следующем году постараемся в разы увеличить. И не только с небюджетных источников, но и бюджет запланировать приобретение этих помп.